Доброго времени суток, YouTube, уважаемая комьюнити, уважаемые видеослушатели моего канала. Это маленькое видео посвящено будет моей забывчивости. Совсем забыл сказать, что 2 или 3 дня назад, значит, отключил на своем канале монетизацию, потому что обнаружил, что просматривая какие-то фильмы на YouTube, как правило, вдруг сталкиваешься с какой-то рекламой навязчивой на других каналах. И мне это крайне всегда не нравится и раздражает. И я вдруг сообразил, что у меня тоже монетизация включена. И на своем канале, иногда просматривая свои же собственные видео, я тоже сталкиваюсь с тем, что, говоря о каких-то серьезных вещах, на мой взгляд, вдруг неожиданно в них вторгается навязчивая реклама, посвященная самым разным неприятным для меня вещам. Ладно бы какие-нибудь там средства для мытья посуды, иногда какие-то нормальная реклама относительно, а иногда реклама, ну, просто кудыбечь, как говорится, тяжело в деревне без нагана. Про всякие прокладки, всякие попы, прыщи, ну и так далее и тому подобные вещи. Я подумал, если меня раздражает эта вещь, почему я должен доставлять своим коллегам, как максимум, просто видеослушателям канала, подписавшимся на него, доставлять такое неудовольствие? Хотя бы должно же быть одно какое-то место на бескрайних просторах интернета, в телевидении, без рекламы. И я отключил эту монетизацию просто для того, чтобы испытывать удовольствие от прослушивания и просмотра собственных видео. И, возможно, вам это тоже будет приятно. Поэтому никаких денег и дохода я вот уже там... У меня ее долго очень не было. Потом как-то ко мне зашел Илья, мой приятель, говорит, а давай подключим. Было это так год или сколько-то назад, насколько я помню, летом. Он говорит, давай подключу. Я говорю, я не знаю, не умею, как это делать. Но он говорит, сел за мой компьютер, раз-раз, подключил там эту монетизацию. Вот она у меня появилась на канале. Вчера буквально, или позавчера, или 2 или 3 дня назад, я зашел, увидел, что это можно отключить, и отключил ее. Поэтому поздравляю вас и себя по поводу того, что рекламы, я надеюсь, на канале не будет. Я очень на это надеюсь. Для меня гораздо важнее те мысли, которые я пытаюсь до вас донести, нежели какие-то там деньги и еще что-то. Уж тем более меня не интересует доход с этого всего дела. Поэтому вот такое маленькое информационное видео. Поздравляю вас. Заходите, подписывайтесь на канал. Заходите в наше сообщество. Оставляйте комментарии. Мне будет очень приятно. Без рекламы. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.